Продолжаем делать переплет. Значит, определяем высоту, толщину книжку. Здесь у нас 8,5 сантиметра у меня, плюс сантиметр пойдет сюда и сантиметр еще с обратной стороны. Также определяем ширину. Здесь у нас было 14 сантиметров. Верхний корешок мы будем делать немножко побольше, то есть на миллиметр с двух сторон, получается 4,2 сантиметра. Вырезали с флизелина, и теперь нужен нам такой кусочек. Значит, с одной стороны прикладываем дублерин, с одной стороны должен быть сантиметр, с другой стороны 2, это припуски. То есть у нас выходит две длины плюс по бокам две вот припуски. Проглаживаем этот кусочек, на который будет приклеиваться дублерин. Клеевой стороной прикладываем, оставляем припуски и приклеиваем дублерин. Теперь загинаем вот эти припуски сверху снизу. Приглаживаем, потом есть у меня вот такая паутинка клеевая, и приклеиваем ткань. Также нужно сделать и сверху. Тоже здесь приклеиваем. Приклеили, обрезаем. Подравниваем, чтобы все было ровно. И теперь прокладываем по верху и низу прямые строчки. Вот готово. Здесь, где 2 сантиметра был припуск, складываем на сантиметр, плюс еще на сантиметр и отстрочим. Прикладываем строчку около 7 миллиметров от края. Вот я уже пришила, прострочила, и теперь оформляем окончательно уже переплет. Прикладываем той стороной, где был у нас 1 сантиметр припуск, к первой обложке, то есть к первой странице. Совмещаем края. И строчим по этой же строчке, по которой был, по первой строчке получается, поверх. Откалываем. Вот корешок готов. Теперь нужно здесь обрезать все лишнее. И здесь также, как и на последней странице, нужно сделать, подвернуть уголки. Теперь уже получается с двух сторон и переплет, и корешок. И мелким зигзагом обработаем край. И здесь тоже так. Вот так выглядят уголки. И теперь обрабатываем зигзагом край. Край обработан, убираем все булавки.
Здесь, если есть какие-то лишние нитки, то уже их обрезаем. Все, почти готово. Теперь нужно с обратной стороны пришить, осталось только вот этот корешок. Его нужно приколоть . Выходит, что вот если строчка у нас шла раньше около сантиметра, то здесь идем чуть-чуть дальше. То есть получается, вот этот край будет где-то на 1,3 на 1,4 миллиметра идти. И здесь будет идти строчка. То есть по самой странице уже, со стороны страницы, не со стороны обложки. Теперь нужно приметать, закрепляем нитку, выводим подальше узелок, чтобы он не попал в строчку машинную, чтобы потом его легко было достать. И наметываем этот корешок к странице. Пришиваем вручную. Вот таким образом мы пришили. Теперь осталось только прострочить на машине. На машине строчим, идем по лапке и слева чуть-чуть от лапки пристрачиваем. Нитка сверху у меня стояла красная, нижняя стояла зеленая в тон. Вот как идут здесь, поскольку зелень одна, шла зеленая нитка. Пристрочили, вот и все готово. Спасибо за внимание и до свидания.